стало известно, что создатель «Ласкового мая» Андрей Разин покинул Россию. Он утверждает, что уже значительное время живет в США. Значит, они все работали в России, а запасные аэродромы у него в Майами. Хочу попрощаться с моими подписчиками. Значит, он перед отбытием в Америку избавился от всей недвижимости. В частности, с молотка пошел загородный дом в поселке Московской, 3 квартиры на Тверской, квартира в Красногорском районе, апартаменты в Питере. Неясная пока судьба ждет сочинскую недвижимость, отель на Черном море, но он оформлен на других людей. Сам числится он временно зарегистрированным в квартире своего адвоката на Ставрополье. Так что у всех работали они в России, а запасные аэродромы за рубежом. Goodbye, goodbye, Андрей Разин. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.